Глава региона Александр Цибульский провел совместное заседание окружной антитеррористической комиссии и оперативного штаба Ненецкого округа. Участники заседания обсудили вопросы безопасности на транспорте, в школах и в топливно-энергетическом комплексе. Одним из основных вопросов повестки также стал вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей, где будут размещены избирательные участки, а также готовность к выборам президента Российской Федерации. На прошлой неделе в регионе прошли тактико-специальные учения оперативного штаба, которые показали готовность группировки сил и средств служб и органов власти, включенных в оперативный штаб, к выполнению поставленных задач в период выборов. Кроме вопросов безопасности жителей региона во время голосования, антитеррористическая комиссия и оперативный штаб обсудили вопросы безопасности в школах, на транспортных объектах и объектах топливно-энергетического комплекса. Так, в настоящее время департаментом образования, культуры и спорта организована работа по категорированию и паспортизации подведомственных учреждений на территории Нарьян-Мара и поселка Искатери. Что касается вопроса антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, в данном направлении глава региона поручил усилить работу. Кроме того, Александр Цибульский рекомендовал уделить особое внимание информированию населения в сфере противодействия идеологии терроризма и проработать вопрос размещения соответствующих материалов в местах массового пребывания людей.